Так, вот приехали в Саранск. Вот. Цветы. Да, сейчас подарим подарочек Лизе. Сережке, игрушечку. И цветы. И цветы. А потом нам нужно постричься, Дим. И еще нам нужно успеть заселиться до 6 часов в отель, чтобы не сняли бронь. Дим, да? До 6. Ну, мы так успеваем, кажется, нет? Ну, надеюсь. А где подъезд? Ну, тут, наверное. Все. Я тебя жду, ты не сиранец мой? Цветы тогда. Да. Дима пошел в машину, сейчас принесет подарочки, и мы будем подниматься. Волосы в бок. Или исторический подарок. Все прошло хорошо. Все, супер просто. Так, наконец-то этот момент прошло. И мы приехали. Бух! Давай. По кочкам, по гладенькой дорожке. Ямку. Как дальше-то? Бух. И все, еще. Ямку. Бух! Он боится, нет? Нет. Стой. Дёргается. Давай, да. По кочкам, по гладенькой дорожке, ямку. Бух! Не смеется? Нет. Ну что такое? Пока еще не смеется. А? Это раньше такие были, у меня в садике такие были. Я помню. О! Смотри аккуратно. А здесь еще, смотри, новые есть, да? Лёд Ронспериды. Это тоже старый, Дим? Да, это старье. Там площадка была на них, походу, внизу. Лодка. Классный, да? Что-то газон под туризмом сложный, да? Да. Хорошо? Пробуй на этой прокатиться. Давай, нет, Дим. Спасибо. Держи. Что, будешь пробовать? Да. Подожди. Ну давай. Одну ногой на это, другой на это. Не надо, что я еле стою. Я еле стою. Подожди. Я пробую тут. Очень тяжело. Два проблема прокачать. Дима, аккуратно. Вот, видите, как опасно? А это качели. Железные, на которых тяжело кататься. Наверное, это нельзя в обуви. Нет, так ты не раскачаешься. Давайте не будем, ногами не будем. И там машина, ребят. Лучше отходите, да. Сейчас я спрыгну. Жан Сина. Сейчас я спрыгну. Не надо, там машин рядом. Поехали, а то не успеем. Так, здесь тоже нужно предложить.
По-моему, здесь уже жили. Быстренько сейчас покажу. Телевизор большой. И потом еще получше покажусь. О, отлично. Все. Кайф. Так. Где мне? Идем, где мне? Идем, где мне? Так. Вот он. Ждет меня уже. Сейчас поедем в торговый центр в 3 часа. И еще что-нибудь. А потом вот отель. Вот такой красивый, большой, большой отель. А здесь мы тоже, кстати, жили в этой гостинице. Саранск. Так, вот мы приехали в такой центр в Саранске, называется Сити Парк. Так, стоп, парковка. Идем сюда. Машина там выезжает. Наверное, надо вот здесь идти-то. А мы здесь как-то были на этой парковке. Нам тут передавали какие-то коробки, мы что-то не закупали. Я был в Москве, ездили за наборами. А, да-да-да, ладно. Страшно вам? Нет. А мне всегда страшно. В городе или стране есть такой мост, который делает ощущение, то, что он типа раскалывается. Нет, таких мостов нет. Что он типа раскалывается. Это в Китае. Идешь, и он типа треснет. Страшно тебе, Дим? Сейчас уже нет. Мы очень давно хотели туда сходить. Да, в детский центр? Да, можно. Сколько здесь земли? А, там еще на везде есть он. Там еще один этаж, да. Да. Там да. Еще на втором этаже. Очень много отделов, конечно, здесь. Очень много. Он был маленький. Какой маленький? Мы тогда лет 7 было 8 лет. Минимум тогда было 8 лет. Здесь даже каток есть, Дим. Каток даже есть. Так, сейчас Дима здесь пострижется. Мастер пока занят? Они тоже на мостке не прошли. А он же там не занят был. Так, ну что, пойдем к детям? Где пойдем? Да. Вон там можно на столку купить какую-нибудь. Еще одну. Где? Ну там, где у нас. Да, если бы кто-то играл в нее. Да. Смотри, то, что я купил. Мы с тобой когда поднимешь? Это карри, по-моему, нет? Карри. Да, да. А этим кто торгует? Ну, за это уже ушел, наверное. Здесь привет. Обувь, смотри, детская. Мармелад. А, это не пират, мармелад. А пол чуть не работает. А? Пойдемте?
На белой линии. Сложно. Под линии под линии. На белой линии под линии. Но интересно. Че, все? А сколько всего до этих? Ну типа это для игрушки. Все, да? Прямо отсюда? Да. Чё, блин? Ты чё, Ефим? Ну, сблизи легче. Это, во-первых, ну, еле там часть. А во-вторых, у него дом, да. Только не попади один раз. Давай. А, он дальше не дотянется, да? Ты чё, Ефим? Давайте маску. Желтую. Ефим, я тебя поздравляю. Ты вообще супер. Ты да, супер, чувак. Так, где? Вот этот фреш. Я вообще в шоке. Дим, возьми Ефим бутылку. Я не знаю, как отнести. Ты прикинь, офигенный пончик, безумно вкусный. И фреш, Дим, просто из апельсина. Она добила сейчас апельсина. Я в шоке. Что ты? Дим, 130 рублей фреш. Ты прям очень сильно апельсина. Да, да. Будете? Я не буду. А я бы хотела сосиску тут в тесте и фреш. Вот попробуйте. Я попробовала. Очень вкусно. А что, H&M еще работает, Дим? А? H&M еще работает. Конечно, да. Блин, очень вкусно. Давай, давай. Да, ты даешь тогда, я потом возьму. Чего он будет? Что-то настроение такое. Пойдем сядем там за стол. Будешь там сидеть за столом? Сидит? За столом сядешь? Он ничего не хочет, ничего не будет. Сколько надо? 10 рублей. 20 написано. 20? Да, но я еще дам, если надо. Погодите. Надо сначала немного посмотреть, как у себя представляет. Блин, а там 10 рублей. Что маленький? Скажи. Какой? Там есть большие? Да. Вот эти, ну, маленькие шашки их там, что они... Ну ладно, все, пойдемте, а то там папа посмотрим стрижку. Не надо. Чё? Да. Вот здесь папа. Что? Что
тебе какой? Я играла. А, Твинта. А, пончик. Пончик. Тут волков уже разобрали, блин. Вот картошка какая-то. Черри Мания, черри. Давай на дублин. Дублин? А тебе еще? Блин. Это суфле, мне не нравится. Ну, оно мне не нравится. Давай, нет дублин? Не знаю. Нет дублин. Надо дублин. Черри Мания. А можно Черри Мания одно и дублин одно? Один. Да. Так, здесь есть вот такой фотоцерио магазин. Там всегда очень хорошие акции. И я там покупаю нижнее белье. Потому что очень хорошие цены. И мне нравится качество. На Малавице очень дорого, а здесь как бы доступно. Вот. Обязательно покажу сейчас, что я купила. Посмотрите, какой собор имени Ушакова. Красивый очень. Эта площадь просто великолепна. Вот, ТЦ Рио. И такой вот красивый, очень красивый собор. Там впереди парк. В общем, здесь очень здорово. Да. Сейчас 7 утра, да, Дим? Да. 7 утра. И, Дим, такой красивый вид. Скажи. Да. Очень красивый вообще осень. Осень. В Саранске осень. Дим, в Саранске осень. Боже мой, так классно здесь. Мы здесь один раз только были? Один, да. А в Шаратоне много, да? В Шаратоне много. Ну как много? Больше двух. Да. А это гостиница Меркьюр. Я все взял, получил пакет. Такой большой телевизор. Такой большой кровать. Дим, ты меня не оставляй навсегда. Я тебя в машине жду. Давай, я скоро приду, пока. Так, здесь, значит, вот так вот вешать. Очень удобно, тапочки, естественно. Заходим в ванную. Я без ключа не выйду, не спущусь. Оставишь там, что ли, его? Да. На ресепшн оставь. Да. Хорошо? Скажи, можно вам один ключ оставить, вам еще принесут? И вот так вот такая ванная. Ванная комната. Здесь было и мыло, и гель, и шампунька. Такая душевая, тропический душ, даже душевая кабина. Очень удобно здесь. Закрываешься, сразу становится тепло. Есть фен, естественно. Здесь не закрываются. Ради безопасности, я так поняла. Клиентов здесь ничего не закрывается. Здесь все сделано как бы для... для людей с ограниченными возможностями. То есть здесь все для них идеально. Такое большое зеркало во весь пол. Итак, проходим в комнату. Очень широкая, еще раз повторю, большая кровать, чайник. Тут был и кофе, и чай, и сахар. Вот я даже пью чай. Ну, шкафы это просто все идеально. Идеальнее не бывает. По мне. Сейф, естественно. Холодильник. Вот такой холодильник интересный. Здесь все выключается. То есть на кровати есть выключатели. Есть вот такой направленный свет. И на той стороне тоже. Очень красиво. Очень. Самое главное, очень все удобно. Конечно же, есть кондиционер. На площадь 1000.
впечатление. Тут ведь с этой стороны. Как красиво. Я лифт жду. Почти все пожелтело. Отель очень удачно расположен. С одной стороны такой вид, с другой стороны вид на кроссовках, но ничего страшного, потому что сухо, в общем-то, я в машине. Так, все, покидаем отель, хороший очень. Еще вернемся, конечно. Надо подумать, какой лучше, Меркьюри или Шератон. Дим, это суд, представляешь? Справа суд? Розовый красивый здание. Не знал, да. Там церковь, здесь суд. Можно потом пойти в церковь. После суда? Ну, как бы да. Так, рынок. Вот дом тети Тани. Пешеходный здесь даже, да? Интересно. Не был. Какой-то именно недавно сделали поход. Хотя мы здесь все как будто бываем каждый день. А сколько мы всего раз были в Саранске? Много. Мы же как-то ездили постоянно, как сказать... Как домой ездили, наверное, в выходные. Да, в выходные мы ездили. Мы здесь потому, что нам нравилось очень гулять в парке, да. Замерзли.